Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться быстрой и красивой фруктовой закуской. Нам понадобятся мандаринки и виноград без косточек. Берем мандарин, чистим. Затем делим на дольки. Очищаем от волокон. Затем берем острый нож, доску и разрезаем пополам. Получается вот так. Берем виноград и тоже разрезаем пополам. Виноград должен быть без косточек. Берем блюдо и красиво выкладываем дольками по кругу. На второй ряд выкладываем таким же образом в шахматном порядке второй ряд. Немножко спускаем ниже дольки. Образуется цветочек. Теперь в центр тоже дольку. Скручиваем. И вставляем в центр, получается цветочек. По желанию делаем несколько таких цветочков. Теперь разворачиваю тарелку и веточкой укладываю виноград. Еще одну. Разворачиваем и делаем то же самое с другой стороны. Фруктовая закусочка делается быстро и выглядит очень красиво. Можно сделать много таких веточек и цветов по вашему желанию. С вами была Мила. Поделилась быстрым, вкусным, можно сказать, десертом, закуской. Всем хорошего настроения и здоровья. Всем пока-пока.